Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Азбука жизни на Кубани». 2 августа 2022 года на Кубани наблюдались очень сильные удары молнии. Как правило, вспышки красного цвета свидетельствуют о том, что в облаке дождь. Белый цвет сигнализирует о том, что воздух очень сухой. Именно такие молнии могут представлять серьезную опасность, поскольку при разряде в землю вызывают пожары. Вот такие вот у нас новости погодные на Кубани. И такая вот у нас погода на данный момент времени, на 2 августа 2022 года. Всем спасибо за просмотр.